студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте! Конец этой недели встретит староскольцев и губкинцев дождем. Холодный антициклон уступит североатлантическому циклону. По данным гидрометцентра, в воскресенье 26 февраля пасмурно. Утром плюс 4 градуса, которые мы ощутим как минус 2. Температура воздуха днем и вечером будет держаться около 2 тепла. Местами возможен плотный туман. К ночи столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Растущая луна, спокойное магнитное поле. Атмосферное давление в норме. 745-747 миллиметров ртутного столба.